Оставайся дома. Может, этот взрыв только начало. Вечно ты строишь теории заговора. Время неспокойное. Пока. Дом слишком большой для одного человека. Да, особняк с привидениями. Боже мой. Ты чего? Это ты? В новостях на телеке. 10 убитых при взрыве. Это не я, ты что? С ума сойти, прямо вылитый ты. От режиссера «Точка кипения». Полиция, в сети меня обвиняют в том, чего я не делал. Это ошибка. Ты в интернет заходила? Не вмешивай меня в это. В смысле? В прямом. Сегодняшний взрыв. Они думают, что это я. Они все хотят меня убить. Они узнали мой адрес. Мой дом находится за городом. Что ты там увидел? Ко мне. Алло? Ты в ловушке. Тебе конец. Люди окружают мой дом. Я не знаю, кто. Вооруженные люди. Они взламывают систему защиты. Думай! Я могу следить за ними с телефона, оставаясь невидимым. И это мое преимущество. Взаперти. Тебе конец, Гарри. Без помощи. В самом опасном доме в мире. Я здесь! Дом-ловушка. Попался.